втором среднем весе категории наших олимпийских чемпионов Шевкова, Попенченко, Лемишева тренеры очень надеются на молодого боксера из Грозного Руслана Тарамова. Это второй раунд, товарищи, его встречи с чемпионом Соединенных Штатов Дэрином Алланом. Первый прошел в постоянных, настойчивых, целеустремленных, мощных атаках нашего спортсмена. Сколько акцента в концовках атак у Тарамова. Как уверенно, мощно он атакует. Обратите внимание. И вот так вот в первом раунде то же самое, не давая сопернику перестроиться по ходу боя. Все время беспрерывные атаки нашего боксера. Я должен сказать, что Даррен Аллан один из самых опытных американских боксеров, победитель многих международных турниров, чемпион Соединенных Штатов. Вот на одном дыхании проводит встречу Руслан Тарамов. Но обратите внимание, особенно опасен его боковой удар левый. Часто неподготовленно идет вперед Даррен Аллан. Вот в прошлом году в подобном матче этим воспользовался Валерий Лаптев, наш прекрасный боксер. И вот тогда он в доли секунд оценил ситуацию и нокаутировал Даррена Аллана. Отдать должное американскому боксеру. Как стойко держится он. Пытается все время завладеть инициативой. Но бой проходит без пауз в боевых действиях, при смене дистанции. Ближний, средний. Тарамов владеет инициативой. Соперника наш боксер. Арбитр Юги Веркерс из США. Что замечательно сделал. Аплодируют зрители мужеству соперников. Чемпион Советского Союза Руслан Тарамов. Спортсмену 20 лет. 4,5 года он занимается боксом. Провел 73 боя. В 67 победил. Он победитель встречи матча СССР-США в октябре месяце прошлого года в Соединенных Штатах Америки. Тогда советские американские тяжеловесы провели 14 поединков и счет ничейный 7-7. А вот Руслан Тарамов и Александр Мирошниченко одержали по две уверенные победы. Вот в таком же стиле боксировал в Соединенных Штатах Руслан Тарамов. Это вот современный стиль. И многие наши молодые боксеры стремятся боксировать так же. На одном дыхании.
Я вам говорил, товарищи, обращали мы свое внимание на то, что американские спортсмены очень быстро и легко восстанавливаются в перерывах между раундами. И иногда после тяжелейшего раунда выходят после перерыва вновь. Как новенький, как говорится. Здесь очень уж ощутимое преимущество, хотя Аллен, конечно, заслуживает уважения. Ну, поделать мастер сегодня ничего пока не может. Удары Дэрина Аллена проходили в некоторых эпизодах, но Тарамов умеет выстоять, перетерпеть и добиться преимущества решающего. Как это он делает сейчас? Были замечания нашему боксеру. Уверенно, смело входит в ударную дистанцию. И после проведения атаки моментально уходил из фазы боя, из ближнего боя, уходил с точным ударом Тарамов. Вот видите, встречает прямыми, четкими ударами, казалось бы, американский спортсмен нашего боксера. Но Тарамов сминает защиту и атакует. И так было во многих эпизодах. Но у американских тренеров давно апробированная система подготовки к соревнованиям. Они, конечно, черпают опыт в этом плане из профессионального бокса. Очень строгий отбор в сборную. Многие кандидаты выступают в течение года в составах нескольких команд. Как вот эта, например, команда. В различных соревнованиях, международных, а за пару месяцев до главного турнира отбираются лучшие, с которыми идет уже непосредственная, серьезная и изнурительная, ну, направленная подготовка. Несмотря на то, что вот пока счет 8-0 в пользу советских боксеров, думается, хорошее впечатление все-таки, во всяком случае, неплохое оставили несколько американские спортсмены. И в том числе, вот, конечно, и Дэрин Аллен может быть не прост. Просто соперник сегодня Тарамов очень и очень грозный. Thank you.
всем понятно, почему так долго не объявлялся победитель, потому что преимущество вы со мной согласитесь.